А сейчас тюменцы работают в архивах в рамках всероссийского проекта «Судьба солдата онлайн». С апреля поисковикам поступило 260 заявок на уточнение судеб участников Великой Отечественной войны. Обработаны 185. Обращаются по абсолютно разным запросам. Кого-то интересует место гибели солдата, кого-то награды, кого-то боевой путь. Но большинство заявок поступает на солдат, пропавших без вести, чтобы узнать о них хоть какую-то информацию.